Но более трезво какие-то предпринимать усилия. Вот именно вот об этом и во времени поворота я вам немало давал пробу подсказ. Вам нужно успеть затормозить разгоняющуюся упряжку. Запустили ее, потому что есть период, где это может произойти какой-то переход точки невозврата, и вы никакое уже моделирование уже не позволит. Вы уже перестаете себя контролировать, вас несет, вы начинаете городить всякую глупость, то есть много гадостей говорите, потом сами начинаете впоследствии переживать, что это вы наговорили, еще больше начинаете переживать. То есть начинается ком каких-то событий, который произошел только потому, что вы, ну, проявили некоторую ленность и в самом начале не попытались остановить вот эту разгоняющуюся внутреннюю упряжку эгоизма. Закусило и понесло. Но ведь у любой попытки разогнаться к чему-то такому быстрому и трудноостановимому, всегда есть какие-то первые мгновения, когда это начинает происходить только-только. И в этот момент остановить можно все. Просто нужно проявить эту бдительность и вовремя тормознуть и начинать перестраивать свое мышление. Пробовать оправдывать то, что вас смутило. Найдите интересные образы, положительные, на эту тему, которые действительно являются положительными. И проявите к этому доверие. Все, вот то, что от вас требуется. Это такое нормальное, обычное домашнее задание. Поэтому, когда вы пробуете что-то выражать негативно по отношению к кому-то, вас что-то смущает, всегда можно спросить, ну-ка теперь, как домашнее задание, ну-ка теперь расскажи, что положительно ты подумал. Вообще, ну, ты говоришь, что ты хочешь сделать все правильно, согласно истине. Проявляешь такое рвение. Ну, вот теперь давай, демонстрируй, показывай, что именно ты стал создавать в своем сознании в качестве оправдания. И очень трудно кто-то, может, вернее, очень трудно будет добиться от кого-то что-то внятное в этом отношении. И может увидеться, что вы вообще-то не прилагаете нужных усилий. Потом, конечно, вас уже несет. Может быть трудно что-то остановить, как-то надо снисходительнее, как-то отнестись к каким-то проявлениям. Но они уже все, там уже начинается процесс разрушения. Мощный такой, и торнадо уже закрутился. Поэтому не надо бояться. Правильно это ты думаешь, хорошее что-то в отношении ближнего, неправильно, неважно. Главное затормозить вот этот негативный поток, исходящий изнутри, который у тебя начинает раскручиваться. Вот тебе надо тормозить. Потому что именно раскручиваясь, он делает тебя неспособным нормально мыслить. Он начинает увлекать твое мышление уже в определенном русле, и ты начинаешь без остановки мыслить негативом. Потому что у тебя этот торнадо, мусор крутится, и каждый мусор становится логичным, и увязывается во все те страхи, которые у тебя формируются. Он вот все становится увязывается, все, все убедительно начинает казаться. А это еще сильнее тебя разрушать начинает и зажигать. Спасибо. Еще такой вопрос. У меня такое тоже бурное воображение. И когда я нахожусь в таком, может быть, очень светлом и позитивном настроении, я как бы само по себе, у меня рождаются какие-то фантастические истории на основании информации с Последнего Завета. Я их вижу прям как полноценный художественный фильм. Ну, ничего, не посмотрел. Ну, да, вопрос не этого касается. Ну, мне хочется... То есть это можно выводить в разряд именно написания с таких сценариев и доводить это все до художественного фильма? То есть, если хочешь, пробуй. Все, понял. Спасибо. Все это относится к тому роду творчества, где, как правило, даже нельзя меня спросить, нормально или ненормально. Если вы лично видите, что это правильно, и вы видите, и стараетесь сделать как можно положительнее, интереснее, это все в целом уже по сути правильно. Для вас лично это все правильно, это нормально. Делайте смело, это все такой весь ваш благой порыв, как порой бывает спрашивают, учитель, благослови, вот я хочу там начать такое-то дело, какое-то действие сделать. И мне приходится объяснять, благословение на какое-то благое дело не требуется давать. Это лежали вместе, муж непоследователь. И многие ситуации, которые там возникают, ну, мое присутствие помогает ему их как-то немножечко, ну, принять и пройти без эмоционального какого-то там горения. А в этот раз получается, что у него есть возможность приехать одному. Правильно ли мое понимание, что лучше этого не делать? Муж непоследователь, и это может быть и для него слишком трудно, и для пространства. Хочется беречь его, да. Пространство не разрушил, и сам устоял.
вот... Пронести на своих руки в женских плечах мужчина запутался, где-то не потерялся. И пространство жалко. Да, конечно, он же его развалит полностью. Он сорвется с катушек, и все понеслось. Ну, о чем ты говоришь? Ну, что ж такое? Если он видит сам, что это благоприятно сделать, это ему надо сделать. Нет, он не видит. То есть ты его посылаешь? Нет, он умом понимает, что это надо делать, но без меня он никогда не приезжал. Но не видит, потому что ты не говоришь ему это, да? То есть он понимает, что надо, но смотрит, глаза таращит и ничего не видит. Ну это же не гармоничное пребывание мужчины в творчестве без рядом плеча. Не понял. Но... Это где? Какое весело. Нет, ну когда человек, мужчина занимается стройкой, да, ему, естественно, нужно очень много и психологической, и... И показывать, что надо сделать, да? Как-то мы крутим все очень странные темы. Да? Кто там у вас мужчина? Организатор, кто событий-то? Женщина или мужчина все-таки? Мужчине же надо учиться быть мужчиной. Что это такое? Это надо позволить ему организовывать, встревать во что-то, менять что-то, принимать какие-то решающие действия, какие-то решения принимать определяющие. Он должен делать больше, чем это делает женщина. Утверждающее начало у мужчины находится. Утверждающее. Это и есть состояние камня, скалы, твердыни. Он должен учиться это делать. Если ему не давать это сделать, а как он научится делать? Поэтому